По статистике, в 90% случаев причина выхода техники из строя – неграмотный монтаж. Потому качественная техника нуждается в качественном обслуживании, рассказывает Юрий Ковачев, сотрудник технической академии «Аристон». Сегодняшний бесплатный семинар посвятили газовым котлам. Акцент на конденсационный тип. Сегодня это один из самых экономичных и высокоэффективных отопительных приборов. Слушатели курса – как новички, так и опытные специалисты. Знание необходимо любому сотруднику, вне зависимости, чем занимается данный человек, да, он может быть просто менеджером, который продает отопительное оборудование, это может быть сервисный специалист, да, сервисного центра, также это может быть просто частный монтажник. Оборудование на месте не стоит, каждый, ну не знаю, наверное, полгода, да, меняется линейка котлов, меняется функционал, ну и, соответственно, кто-то что-то забывает, да, поэтому всегда желательно появляться на таких семинарах. В распоряжении слушателей учебные классы с действующим оборудованием для ознакомления с особенностями продукции «Аристон». Учебный центр этой компании открылся в Сочи в прошлом году. За это время свою квалификацию здесь повысили десятки специалистов. Находится учебный центр в магазине «Профи». Сегодня это одна из самых успешных в городе сетей магазинов по продаже оборудования и материалов для систем водоснабжения, отопления и канализации. У нас представлен широкий выбор водонагревателей, газового оборудования. То есть ни один покупатель не уйдет неудовлетворенный. Современное оборудование, то есть можно управлять даже при помощи телефона ими. Нынешний семинар в учебном центре «Аристон» проходил 2 дня. Следующий запланирован на 23 и 24 октября. Записаться на бесплатное обучение можно в любом магазине сети «Профи» в Сочи. Здесь ждут сотрудников монтажных и проектных организаций, торговый персонал, специалистов по сервису и техническому обслуживанию. Инга Габейша, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».